Еженедельное выездное совещание в рамках партийного часа состоялось в территориальном управлении Жаворонковское. В нем принял участие руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, а также представители теруправления местных учреждений социальной сферы и «Партактив». Главной темой встречи стало взаимодействие с органами исполнительной власти и лидерами партий в Одинцовском округе.